хотела этим и закончить зданием, потому что Луну за нашими небоскребами не видать. Вперед, домой. Пора домой. Еще умник поехал, да. По прямой погнал, да? Да. Ну вот так они и есть все. Ну, регистратор молодец, у меня работает. Камерой на дороге я не пользуюсь. О, учебная. Ну, давай, родной, привет. Ну, давай, 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 учеб. Конфетка, а не здание, да? Mm-hmm. Пряник. Кто это там едет? А может, это Люба? Моя подруга Люба едет по этим. Точно. И мы за ней. Я не за рулем. Мы отметили события на озере. Ой, везде. Не очень хорошо получается, дорога такая. Молодец, поворотики показывают, Люба. Красиво едет. Здесь поворотики показывают, умница. Потом зазнается и не будет показывать. Как все крутые, когда научатся ездить, потом перестают показывать. Ничего, она поехала вперед. А, она назад даст. Помещение очень большое, огромное. Это ресторан «Веранда» называется, в доме отдыха.